Акустики Гибсон, в общем, так же хороши, как и электрогитары. Сзади на ремнедержателе имеется отверстие для подключения провода. Выглядит примерно так. То есть мы можем настроить гитару через обычный напольный тюнер. Вот. И на гитаре стоит электроника Aura. Располагается она в розетке, то есть, значит, корпус нигде не продырявлен, не попорчен. Вот. Единственное, что неудобно немножко добираться, например, чтобы заменить батарейку, надо ослабить нижние три струны, ну, чтобы просунуть руку. Вот. Также гитара хороша и для чёса. Я использую более тонкий медиатор. Гитара обладает таким характерным рояльным звучанием. В общем, гитара весьма универсальная, можно играть все что угодно. И блюз, и джаз. Единственное, что меня немножко не устраивает в этой гитаре, что как бы нет выреза,
так сказать, декольте. Ну, всегда можно взять другую гитару, если, конечно, она у вас есть. Ну вот, например, неплохая гитара Martin & Co. А, можно ее вообще перестроить, например, в соль диез. Ничего поменять, даже если вы барабанщик.